try to hear below your skin, your voice deep inside. I'm still here for you. I'll help you. На Торонто Айленд царит флора и фауна. Здесь можно провести отличный релакс день и отдохнуть от городского шума. Здесь нету транспорта, тем не менее можно взять в аренду велосипед и прокатиться по всему острову, если вы не ленивы и хотите провести весь день здесь. Поздней осенью сюда приходят любоваться цветением вишневых деревьев, и здесь очень много устраивают свадеб. Прошлой весной много свадеб пришлось отменить, потому что остров наш затопило. Сегодня я даже видела, как здесь снимали музыкальный клип прямо возле Онтарио, позади меня. И сейчас вот здесь очень много людей отдыхают, устраивают пикники и купаются, загорают на пляжах, пьют пиво, пьют освежающие напитки и закусывают в снэк-баре. Вот, сейчас пойдем с мамой на нудистский пляж и посмотрим. Там нельзя снимать, но я хочу ей показать, что здесь такое существует, потому что она мне не верила. Все. А вот это вот престижный канадский яхтовый клуб, который был основан в 1852 году. Здесь много красивых яхт. Я даже как-то приходила сюда рисовать их акварелью.